Всем привет! Это пресс-центр советского спорта. У нас уже введен карантин, и поэтому все работают из дома. Со мной в студии находятся только самые верные и бесстрашные товарищи, которые не боятся заразиться коронавирусом. Это Дмитрий Спирин и Даниил Галимзянов. Ребята, ну что вы, в самом деле, вы не доверяете? Тебе-то мы доверяем, но вот ситуация, она как бы обязывает. Ну, в принципе, только по твое честное слово. И только на время интервью. Итак, сегодня я, Владислав Сачев, и мои коллеги будем обсуждать события в мире бокса и ММА, которые состоятся в ближайшем будущем, и, конечно же, о том, что смотреть, пока смотреть нечего. Поскольку Дмитрий Спирин работает сейчас в букмекерской конторе, спросим у него, как у специалиста, вот зачем сейчас можно реально следить в данный момент? Ну, в данный момент вы можете следить и делать ставки на чемпионат Белоруссии по футболу и по хоккею. Вот недавно даже была карта мира такая, где белым цветом была помечена вся планета Земля. И красным, да, только Белоруссия. Территория Белоруссии — это территория там, где еще есть хоккей. Но на самом деле еще есть чемпионат Турции, который играется без зрителей, чемпионат Австралии. Вот, и более того, все это даже будет показывать, даже уже показывает телеканал Матч ТВ. Даниил, вот пока еще не отменен поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Это пятая попытка свести их в клетке. И все идет к тому, что, возможно, и пятая попытка окажется неудачной. Вот можно ли назвать это вообще проклятое противостояние? Прям вся вселенная подсказывает: ребята, нельзя. Нельзя Хабибу проиграть, да, как говорил его отец. На самом деле у меня, знаешь, какая мысль, что из-за того, что сейчас нет никакого больше спорта, откровенно, перпевью этого боя купят вообще все. И, может быть, они на нем очень много заработают. Поэтому, но отменить сейчас, значит, этого боя не будет никогда. Я считаю так. Ну, сам Дана Уайт говорит, что, в принципе, даже если мы перенесем еще на лето, там, отложим еще там на пару месяцев, там, ну, а когда там Рамадан. Пройдет Рамадан, да, что все-таки мы это сделаем, клянется, божится. И вот, на мой взгляд, самое такое рациональное его высказывание было, что давайте мы устроим в Киншасе, то есть в одной из банановых республик, где нет коронавируса в Африке. В принципе, как вариант, если получится организовать площадку, то, мне кажется, в организационном плане это действительно один из жизнеспособных сценариев. Мне почему-то кажется, они не выйдут из территории Америки. Все-таки им это выгодно. Самое реальное место, значит, США или все-таки Африка? Я считаю, США. А возможно, скажем, такой вариант, когда, ну, грубо говоря, парни придерутся только для телевидения? То есть не без зрителей вообще? Возможно. Нужна санкция на высшем уровне руководства штата, чтобы провести спортивные события такого уровня. И тоже возьмет ли кто-то на себя такую ответственность? Возьмут, потому что деньги сейчас там закручиваются большие. Гайки просто очень серьезные именно в Соединенных Штатах. Там в отдельных городах просто комендантский час вводится. И куда это дойдет вот за ближайшие пару недель, предсказать достаточно сложно. А есть вероятность, что сейчас пойдет на спад эпидемия, и наоборот, скажут, да, давайте, все, в срок. Скажем так, уверены ли вы, что этот бой все-таки вот состоится в назначенную дату, и вот действительно ли здесь фаворит только Хабиб, и вопросов здесь никаких нет? Значит, Данил. Насчет даты, конечно, нет, потому что там уже говорят, в Россию хотят перенести этот бой. Что там только Хрунов говорит, да? Он говорит, Екатеринбург, Казань или Москва. Ну, если перенесут, то в Москву, но здесь такой же коронавирус, да. Еще, ребят, абсолютно. То же самое, как бы, гарантии нет. Там же тоже в США свои люди, боссы, решают. Тот же Уайт может и не все решить, да? Ему позвонят сверху и скажут, извини, все, придется переносить. А насчет фаворита... Фаворит Хабиб, Тони состарился. Все, ушло время. Я считаю, это тоже был, может быть, то ли злой рок, то ли счастливая звезда Хабиба, что Тони, дождались того момента, что Тони уже не представляет той опасности, что представлял 2-3 года назад. Однозначно, Хабиб выиграет. Единственное, точно не могу сказать, что как досрочно или нет. Может быть и по очкам, но 99 из 100. Дима, ты тоже видишь победу в Москве Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном? Так же явно. Нет, бой в России, я считаю, что Фергюсон, конечно, никогда на это не пойдет. Я считаю, что бой все-таки состоится,
что рано или поздно, там может быть летом, может быть осенью, как угодно, потому что для Уайта это уже дело чести организовать бой, потому что он каждый день говорит, что нет, бой будет, если его опять не будет, то ну, его просто не поймут. Засмеют. Вот, да. А в плане фаворита, ну, я не специалист, скажу прямо, именно по ММА, поэтому не могу здесь озвучивать компетентное мнение. Ну, конечно, я смотрел бои Хабиба Нурмагомедова и бои Фергюсона видел, вот, но мое такое личное пожелание, чтобы, по крайней мере, даже если победит Хабиб, как вот считается, да, что он фаворит, чтобы это было не банально. Чтобы хотя бы там какой-то там, возможно, прошел через какие-то трудности, возможно, какое-то рассечение, там что-то такое, чтобы было интересно. Банально это как? Без борьбы? Давайте там поговорим о совершенно небанальной вещи. Это встреча двух тяжеловесов, которая была в феврале, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Хочется начать с конца, с оправдания Уайлдера, который сказал, что всю главную вину возложил на свой 20-килограммовый костюм. Дим, как считаешь, насколько здесь вина костюма в поражении Уайлдера велика? Ну, я считаю, что никакой нет здесь вины костюмов. Но даже вот более того, что сразу после боя, когда появилось первое же интервью Деонтея Уайлдера, он отдал должное сопернику и сказал, что я не ищу никаких оправданий. Вот. И после этого оправдания посыпались. Виноват костюм, просто... виноват тренер. Виноват, да, помощник тренера, который выбросил полотенце, виноват костюм, виноват все что угодно. Вот. Но я считаю, что, конечно, последствия будут для Деонтея Уайлдера очень серьезные этого поражения. Не думаю, что он еще вернет себе когда-то чемпионский пояс. Вот. Думаю, что проиграет он и свой следующий бой. Неважно, будет ли он с Фьюри, как сейчас считается, вот, либо будет какой-то еще поединок. Вот. Я думаю, что Уайлдеру, конечно, психологически он уже может не собраться на дальнейшую карьеру. И опять же, учтем то, что ему уже 36-й год. Вот. Несмотря на то, что это тяжелый вес, все-таки прибавить в чем-то ему будет очень сложно, на мой взгляд. Даниил, вот в ролике после того, как эта победа Тайсона Фьюри случилась, выложилась в Ютубе ролик такой, где показаны удары Тайсона Фьюри в первом поединке с Уайлдером и там якобы жульничество перчатками. Возможно ли было в этом поединке какое-то жульничество со стороны Фьюри, или здесь все, ну, так и есть, победил более классный боксер и точка? Единственное жульничество, которое было во втором поединке, в отличие от первого, то, что Фьюри был готов хорошо. Фьюри просто был подготовлен, я же не знаю, там, с помощью своей тактики, да, там, по 7 раз в день, чем он занимался, но он был, правда, он просчитал Уайлдера, вот и все. Он просто лучше, как боксер. Уайлдер, по сути, мыльный пузырь, как и Энди Руйз, только тот толстый, этот худой, высокий, с ударом. Как коллега сказал, там, про костюм, да, тоже какие-то странные, недостойные оправдания. Знаешь, такую поговорку, плохому танцору всегда что-то мешает. А хорошему певцу это помогает. Да. И, ну, если распевать, да, я слышал эти как-то оперные и пьют яйца. Но фишка в чем? Уайлдер просто хуже, чем Фьюри. Хуже во всем. Кстати, не согласен, что он следующий бой проиграет, с кем Уайлдер будет драться. Если он правда с Фьюри, я думаю, что это пиар, чтобы о себе не... о нем говорили. Потому что если он выйдет с Фьюри, он проиграет. Если ему сейчас он, по крайней мере, заработает, да, напоследок. А он может и так, это американский, единственный. Ему сейчас должны ложка какого-нибудь подобрать, чтобы он вырубил, снова поверил в себя. Вот, допустим, можно устроить бой с Энди Толстым Руизом. Можно, но просто условия его немедленного реванша с Фьюри, они таковы, что если он не выходит на него сейчас, да, то он не выходит, то он не выходит уже, скорее всего, никогда. Но... А учитывая, что сейчас еще и с Фьюри, конечно, я правда не думаю, что это вот история, которая сейчас тиражируется британскими СМИ, да, что он там 5-летней давности, вот, что он там... Допинг? Да, что вот... Ему там может грозить какая-то дисквалификация. Не думаю, что это пойдет как-то... Порешают, как говорят, вот, братва. Да, потому что когда что-то начинается с такой сенсации в прессе, как правило, дальше этого дела уже никуда не идет. Просто, понимаешь, Уайлдера рано списывать со счетов. В нынешнее время, печальное время, когда можно назвать тяжеловесов от силы 5 штук, за которыми можно смотреть... А давай назови мне 5 штук тяжеловесов. Тяжеловесов? Пожалуйста, Тайсон Фьюри номер 1. Энтони Джошуа номер 2, Деонтей Уайлдер номер 3, Александр Усик номер 4 и Александр Поветкин номер 5. Не Диллиан Уайт. А Уайт, ты знаешь, он мне как боксер вообще не интересен. Он просто громила. И да, к сожалению, он, конечно, сейчас будет драться с Поветкиным. И может плачевно для Александра закончиться. Давайте так, теоретически, кратко про шансом Усика с Энтони Джошуа и Поветкина с Уайтом. Ну, смотри. Джошуа Усик
если усик дойдет, это не факт еще, да, когда организуют такой бой, это вообще надо посмотреть, что усик может в тяжелом весе. Чиза Вутерспуна не берем в расчет, очень тяжело сказать. Джошуа может его... Чизора, как бы вот проверкой. Ну, Чизора тупой боксер, абсолютно, просто громила, который идет с кучей ударов. Усик должен его брать по очкам. Такой он, конечно, громила, в принципе, такой, скорее, даже низкорослый тяж, что Чизора. Не, ну я имею в виду, он все-таки помощнее усика. Такой он слагер, да, как... Именно рубака. Причем безударный слайгер. Тоже смешно, абсолютно. Усик должен его брать, но брать, наверное, по очкам. Хотя Чизора, я заметил, да, по второму бою с Тайсоном Фьюри, если у него ничего не получается, он может просто отказаться от боя. То есть психология тоже может сыграть. Ну, я бы тоже все-таки не стал здесь загадывать так далеко, потому что и в свете вот нынешних печальных событий и бой Энтони Джошуа с Пулевым может перенестись на неопределенный срок. Он следующий... уже лет года два переносится навечно. Да, и сейчас вот и бой Усика тоже, поэтому слишком пока рано. Ну, фаворит Джошуа, однозначно. Я считаю, что Усику рановат. Поветкина. И тогда про ту самую болезнь, которую все знают. Из-за нее отложились много поединков, в частности, такие бои Федора Чудинова, Дмитрия Кудряшова, Артура Битербиева, Сауля Альвареса, ну и многих других прекрасных боксеров. О каком пропущенном поединке, который сейчас отложен, жалеете больше всего вы? Дим, начнем с тебя. Ну, я бы сказал, это бой Мариса Вриедиса с Дортикосом. Это финал второго сезона суперсерии в первом тяжелом весе. Вот, ну, этому бою я отдаю предпочтение даже вот относительно боя Альвареса, просто, ну, благодаря тому, что он в хронологическом порядке должен был быть вот уже совсем сейчас. Вот, можно сказать, да. Сегодня. Он должен был быть сегодня. Вот я должен настроиться с интересом посмотреть, потому что тут все-таки, несмотря на то, что Майрис, конечно, шел фаворитом, он действительно, на мой взгляд, являлся фаворитом, но Дортикос панчер, и, в принципе, бой, конечно, выявил бы вот после ухода Александра Усика, явного лидера в этой весовой категории. Вот. Но сейчас говорят, что бой состоится в мае. Вот, да. Опять же, если получится, если вдруг... потому что в Латвии тоже сейчас как бы страна европейская. Вот как там что будет с массовыми собраниями через два месяца, никто за это не поручится. Ну, вот. Но мне, конечно, жаль, что бой не состоится в ближайшее время. Даниил? Ну смотри, по Бриедису, да, однозначно выиграет Майрис Бриедис. Почему? Потому что бой в Латвии. То, что сделали с Гловацким, как показали, вытащат Майриса за уши. Если он даже проиграет каждый раунд, дадут ему там в одну очко победу. А если он может пропустить, вряд ли он проиграет по очкам, а вот пропустить может. Ну, к сожалению, Дортикос, он очень примитивный боксер, а Майрис выживать умеет. Джеб двойка. Да, Майрис жить умеет, как показывает. Просто, к сожалению, я буду болеть за Дортикоса. У меня, как вы, после последнего поединка. Да, трудно симпатизировать Бриедису. Да. Но выиграет Бриедис. Да. Бой, как бы, я не то что ждал, но. Плюс очень много травм было у Майриса. Рук, да. Тоже может всегда. Ну, он локтями еще работает. Может всегда сказаться в самый неподходящий момент. Тем более, что у него был в четвертьфинале бой очень невразительный. Ну, ты не забывай, что даже Дмитрий Чудинов нокаутировал Дортикоса в любителях. То есть Дортикос не такой хорошо держащий удар боксер. Я, честно, не знаю, отменили или нет Поветкина с Диллианом Уайтом. Ну, пока на мае. Да? Я ждал этого боя, знаешь почему? Потому что, на мой взгляд, сказка о русском витязе закончится. Потому что есть сила духа, там есть русский дух, есть там Александр Поветкин, а есть возраст 40 лет. И вот ты хоть как не бейся головой об стену, да, как говорил Холифилд, возраст — это просто цифры. Паспорте. Нет, ребята, не так. И крайние бои это доказывают. Куда делись удары Поветкина? Куда делось его какое-то боевое мышление? Он когда говорит после пятого раунда: ребят, что-то я подустал. Это нормальная реакция. А здесь молодой англичанин с ударом, страшным ударом. Да, он хуже как боксер. Да, он не такой искушенный, но он моложе. А молодость бьет старость. Ну, а с другой стороны, вот я уж не думал, что мне придется выступать в качестве адвоката Александра Поветкина когда-то. В свое время я написал огромное количество превью и отчетов к его боям, и мне тоже все время казалось, что вот его действительно сказка вот должна уже вот-вот закончиться. Там думали, что уже вот... Когда я первый раз написал, в каком году?
Ой, сейчас уже не вспомню, но вот считалось, что вот он после поражения от Владимира Кличко, что вот все, сейчас уже вот еще чуть-чуть пара боев, и когда это было, и вот сейчас вот Александр Поветкин опять, можно сказать, в шаге от очередного титульного боя. То есть никакие допинговые истории, которые, как известно, имели место, его не сломили, никакие пока поражения его не откинули далеко назад. Поэтому, ну кто знает, вдруг вот удачно для него этот бой сложится. Я бы этого на 100% не исключал. Но он не может, к сожалению, сложиться удачно в Англии. Как ни печально. Если бой был бы в Москве, я бы еще подумал. А насчет боя с Владимиром Кличко, я считаю, там кто довел Поветкина и подвел к такому бою, это преступление над всей его карьерой. Менять тренера за 2 недели до боя, ребят, в России, вот там, кто у нас этим занимается? Рябинский, Умар Кремлев, вы вообще в боксе понимаете, ребят, ну вы что делаете? Там же очевидные вещи были. Да, но там, с другой стороны, тоже была такая уже история, что этот бой был как Хабиб Нурмагомедов с Тони Фергюсоном. Два раза переносился, как минимум. Да, он переносился многократно, и как бы переносить его в очередной раз... Ну, Кремль дал уже... добро, но это же не значит, надо под козырек брать. И продавать... У нас рынок тоже диктует, да. А сейчас, пожалуйста, рынок. Поветкин кормит всю свою команду, ездя боями в Англию и доказывая там своих... И в Саудовскую Аравию. Ну, это что, конечно, да? Может быть, нужно было это делать лет на 10 раньше. Тогда намного. Было бы более актуально. И да. Поветкин, заметь, 10 лет назад и сейчас это 2 разных боксера. Абсолютно разных. Сейчас Поветкин бьет 3 комбинации. Уж я, какой бы вайт тупой не был, что думаете, его под эти 3 комбинации блок не научит поставить? И я бы хотел бы вот еще одну тему заключения поднять. Как оказалось, поединки Мурата Гассиева отменились не только из-за того, что мы не нашли спарринг-партнеров, но потом на апреле намечался еще один бой и снова отменен. После того, как Мурат проиграл Александру Усику, я и писал об этом, и говорил на видео, за что меня часто критикуют, говорю, Мурата теперь мы не скоро увидим. Но поскольку психологический удар, на самом деле, это поражение, нанес ему просто Усик огромнейший. И вот уже прошло почти 2 года, Мурата нет, почти его не слышно, а его, возможно, в соперниках тоже ничего не известно. Вы его возвращение еще ждете? Хочешь, отвечу. Во-первых, там проблема была не в поражении Усика, да? Как мы знаем с тобой, что у него там большая любовь в Осетии. Я эту историю тоже слышал, что он подзабивал на тренировке, и сейчас он занимается тем, что больше увлекается своей личной жизнью. Это не секрет, если можно с осетинами связаться, действительно так. Вернется ли Мурат? Деньги закончатся? Вернется. Какие у него перспективы? На мой взгляд, если он на бой жизни, да, с Усиком не смог совладать, где гарантия, что он совладает? Тем более, что он планирует возвращение в тяжелом весе. Да. Не, у него фактура, да, удар подходит. Он может наесть там 20 килограмм, там бить так же, но вот, как показано, есть проблемы, действительно они есть, с ментальностью, то есть он может, у него начинают не получаться, что он там говорил, ну не успеваю я, это я помню отлично в Олимпийском, поэтому сказать так, что я его жду, ну... А ведь тогда казалось, это вот в шаге от звания лучшего боксера в истории в России. Я признаюсь, честно. 4 титула бы могло. Я ему шансов не давал в том поединке, вообще не давал. Я думал, единственное, с каким счетом его разгромят. Я тоже фаворитом считал Усика. Бой с Дартикосом я видел, я думал, господи, парень, если бы тот не был бы дуболомом, хотя кубинец должен хоть чуть-чуть боксировать, то Мурат мог бы проиграть тот бой. Ты посмотри, но он его и проиграл всю первую половину. Ну да, первую половину, да, потом он здорово наверстал, когда Дартикос подскис. Хотя меня впечатлило, конечно, как он там Владарчика сложил, там удар, да, у него. Ну, Гассиев еще молодой. Ну, плюс все-таки тоже, чтобы не говорили про Санчеса, да, то есть про тренера. Он физику дает. Про тренера, да, он дает физику, он дает тонус, то есть как вот сейчас, вот что это будет, то... когда он вышел немножко из-под контроля, вот, конечно, я, честно говоря, тоже скорее скептически настроен к его возможному возвращению. Я тебе скажу больше, вот ты вопрос заключался, вы ждете? Вообще не жду. Вот без обид, ну... Вернется, хорошо, завоюет что-то, а вот так там с кем он, с Дайвека должен был бы. Ну, мне даже не интересно. Так же, как и следующий бой Энди Руиз. Абсолютно. Ну, ребята куда-то исчезли. Угу. Печально. Добавишь что, Дим? В принципе, я бы сказал, что Энди Руиза, наверное, возвращение я даже жду в большей степени, потому что все-таки человек был, ну, ни много ни мало, был, опять же, в одном бое от боксера года фактически, ему могли даже дать до ринга на полном серьезе. Боевой Винни-Пух. Да, 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 да. Вот, но человек, который вышел уже, он был таким склонным к полноте в первом поединке в свой звездный час, он умудрился раздуться еще больше. Ну,
посмотрим тоже, куда его, в какую сторону его развернет дальше. Вот, но опять же, для современного тяжелого веса такой персонаж. Ну, тоже пусть он лучше будет, чем его не будет. А вы помните, раньше был такой Эрик Эш Баттербин? Круглый, да. Пухлый. Еще да. Дрался с Лэри Холмсом. И в ММА тоже дрался. Да, вот, дрался с Лэри Холмсом. В кикбоксинге. Мое в ММА, да, в ММА он дрался, проиграл чуваку, который весил 70 килограмм. Фишка в том, что, вот, на мой взгляд, вот сейчас деградация бокса дошла до того, что Эрик Эш, реинкарнация, становится чемпионом мира. Возможно. Вот, абсолютно. Ну что ж, это был эфир из студии Советского спорта. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, мы еще увидимся и увидимся неоднократно. Не болейте. Если доживем, обязательно увидимся.